Ну, голубчики, давай лечиться. Лечиться под присмотром Светланы Игоревны. Так девушку называют студенты ГМУ. А сейчас почти учебный момент. У волка произошла обтурация дыхательных путей и дыхательная недостаточность. Здесь какая-то лечебная гимнастика. Манипуляции Маши далеки от реальности, хотя свои преимущества у нее есть. Такую оценку коллеге дала эндокринолог Светлана Мазепа. Она стала первым героем обзоров, где опытные врачи смотрят кино, сериалы, мультфильмы и развенчивают медицинские мифы. Придумали их студенты ГМУ. Пересмотрели 3 раза мультик, чтобы первый раз познакомиться с его составляющими, второй раз выбрать, что мы туда хотим, а третий раз его разрезать. С появлением рубрики журналисты, операторы, монтажеры, видеоотдела «Пульса» запоем смотрят кино и сериалы про медиков в поисках своего контента. По классике «Доктор Хаус», а что еще, карты не раскрывают. В свободное от учебы время студенты снимают репортажи и фильмы. Софья свой первый выпуск сделала еще в школе, а оператор Антон до этого занимался фотографией. В рамках «Пульса» смотрят на будущую профессию с другой стороны. Я присутствовал на операции, которая связана с рентгеном, и поэтому, как и на самих хирургов, на меня навесили такие вот халаты со свинцовой защитой, и они весили не так уж и мало. Не знаю, как они вообще стоят, оперируют 2 часа или более. Ты приходишь к врачу, и он вот этот первичный осмотр проводит, но ты же не знаешь, как это все называется, как это все происходит. И вот Светлана Игоревна дает комментарии, как это было бы интересно, делится там своей личной историей. И ты смотришь и себя в каких-то моментах находишь, да, вот у меня там такое было, или там, господи, слава богу, у меня такого не было. И это очень приятно, наверное, людям. Изначально авторы придумали эти обзоры для студентов и преподавателей ЭГМУ. Но, судя по просмотрам, больше 10 тысяч, видео понравилось и барнаульцам. По словам Светланы, формат может помочь выстраивать взаимопонимание между врачом и пациентом. Увидеть какие-то комментарии изнутри, увидеть то, как эту картину в фильме видит врач, насколько она комична или насколько нереалистична, как в сериале «Доктор Хаус» за 1 минуту обследования все выполняются. Люди привыкли формировать мнение о врачах по нескольким моментам. Это сериалы, это опыт соседок и свой какой-то опыт. Если у них такого опыта нет, то, собственно, и мнения нет, есть только чужие стереотипы. А для студентов это станет учебой в развлекательном формате. Что будут разбирать в следующем обзоре, авторы не раскрывают, но обещают, что всем понравится. А пока эту рубрику оценивают на краевом студенческом фестивале «Феста». Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.